Ты свободен. Ты взрослый, ты как птица сейчас сам полетишь над, по этой жизни. А с другой стороны, именно с этого дня тебе предстоит взять ответственность за свою жизнь. Ставить перед собой по-настоящему великие цели. И быть по-настоящему полезным своей стране, своей семье. Выпускникам Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета накануне вручили красные дипломы. Поздравили лучших студентов депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Альфия Кагогина и мэр города Наиль Магдеев. Труд, который вы, безусловно, затратили, он, я убежден, окупится сторицей. Все те знания, все те компетенции, уверяю вас, они пригодятся в жизни. Поэтому огромное спасибо за ваш труд. В этом году из стен вуза выпустили около 1500 студентов. Более 300 закончили университет с отличием. Достижения этих студентов вышли далеко за рамки академических побед. Ребят получили красные дипломы. Это огромное количество. Это значит, что они 4 года учились на отлично. Это означает, что они получили отличные знания. И, конечно, я хочу, чтобы вот эти знания, этот красный диплом, ребятам, не только те, кто получил красный диплом, кто просто получил диплом нашего университета, чтобы это все принесло и привело их к хорошей карьере и хорошей светлой жизни. Помимо студентов вуза, дипломы вручили и выпускникам инженерно-экономического колледжа. Также в рамках ежегодной акции «Помоги собраться в школу» были отмечены дети сотрудников Набережно-Челнинского института Казанского университета. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Универньюз.